Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Вселенная суперсхваток». Так, ну что, ежедневный сундук я открыл. Ребята, извините, что не показал, как это было. Забыл на запись нажать. Но, тем не менее, у нас еще есть сундучки, поэтому давайте смотреть. Так, нам выпадает Патрик, Губка Боб, Линкольн. Кстати, Линкольн мне что-то зачастил с выпаданием. И энергетические кристаллы. Плюс 129 слаймов. Ну что ж, неплохо. Давай дальше открывать. Так, здесь у нас опасный малый. И Анжелика Пиклз. Ну и слайми немножко, да? Так, давай вот этот откроем. Ой, погоди, погоди, погоди. Зачем я гемы потратил, а? Ёпарасоте, ребят. Не хотел, честно скажу. Интуитивно нажал, надо было вот этот открывать, а я зачем-то... Ой, дурила. Да, ничего с этим не поделаешь. Хорошо, ребятули, давайте тогда мы с вами кого-нибудь прапаем. Оу, давайте Донни. У него, кстати, уже уровень 8. И вы мне писали, что когда у него будет 10 уровень, мы сможем поднять ему звездность. В данный момент, я так понимаю, у него 2 звезды. А, на 15 уровне, да, будет 2 звезды. Вот, правильно тут написано. Ну что же, хорошо. Попробуем сделать это дело и посмотреть потом. Так, а здесь тоже на 15 уровне. Угу. У Пиклз уже, ребят, 10-й. Остается 5 левелов всего лишь поднять. Так, что у нас... Блин, ребят, вот почему у меня на Кору не выпадают карточки? Я ее получить-то получил, но прапать не могу. Даже поднять ей левел, потому что, я так понимаю, это очень редкая персонажка, поэтому на нее нифига не выпадает. Так, ладушки, ребятули, давайте мы, наверное, с вами сейчас пойдем и посмотрим, что у нас за событие. Событие... Оу, выпал... Заново, подожди. А, ну тут повторение. Повторение нам не нужно, нам нужно открыть с вами новую, ребята, аренку. А для этого нужно набрать... Сколько же там надо набрать-то нам? 280 кубков. В данный момент, ребята, у меня где-то около 270. Ну что же, надо идти к этой мечте. Мечту. Ну да, в принципе, почему бы и нет. Так, вот у меня 250, нужно 270. Ну что же, давайте, наверное, потихонечку с вами карабкаться к этой цели. Так, Тимми Тернер против Арнольда. Слушайте, а вот интересно, мы играем сейчас вот в данный момент с реальными игроками или же с ботами? Я вот паузу нажать не могу. А, могу? Слушайте, значит, это получается боты, ребята. Слушай, ну они такие хитрые здесь, боты эти. Иди ты... А? Как я его, а, ребятуль? Как я его накумарил? Отойди. Хорош, Арнольдик, успокойся, радость моя. Ну иди сюда, я готов. Хе, тыч, тыч. Нет, ребят, что-то для бота он больно хитро как-то себя ведет. Упс. Оу-оу-оу-оу. А вот это ты зря, парнишка, зря. А если я? Попался. Ну что ж, неплохо. Первая победка за нами. Так, давайте переходить ко второму бою. Кстати, нам 4 победы. И у нас будет, ребят, вот этот вот сундук. Ух, была не была, как говорится. Так, Донателло против Томми Пиклз. Я помню, в свое время меня, ребята, этот Томми ухоркал. Ушатал, с полтычка причем. Кто не верит, может посмотреть предыдущую серию. Смотри, что он делает, а? А если я так же сделаю? Ага, сделаю я так же. Да ладно, попался я, а? Ты представляешь? Давай тогда так же. Ребят, я его завалил. Я завалил этого малыша. По делам его. Так, 75 слаймов. Мало. Все равно еще нужно 3 победы. Пока идем неплохо. Так, Пиклз против Клайда. Клайд — это у нас джиу-джитсу. Мне нравится, ребят, как он руками делает. Он, знаете, какой-то ватненький такой. Опа, он хотел, ребята, сделать суперудар. Я почувствовал это. Я просто это почувствовал. А что у него действительно такие руки длиннющие? Эй, Клайдик, не шуткуй. Я чувствую, что ты... Что-то он затеял, ребятулечки. По-моему, хочет, чтобы я вот так сделал. Я так и думал. Пора тебе, наверное, погибнуть. Нет? Ты выжил? Ну, парень, извини. Да, распластался, братюня. Ну что же, 3 победы, это великолепно. Значит, мы все-таки с вами не зря раскачиваемся.
Так, две победки еще нужно, да, для сундучка. Естественно, ребята, будем продолжать. Так, кубки 268 в данный момент, а 270 набираем, получаем слаймы. Эх, если бы у меня были бы прокачанные персонажи другие, конечно бы я взял бы к себе другие. В данный момент у меня самые лучшие. Давайте вот здесь вот, ребятушки, наверное, один бой с вами сыграем, чтобы нам получить сундучок. Воу, мне нравится вот этот персонаж. Как ее там, Луна, по-моему, звать, если я не ошибаюсь. По-моему, Луна, да? Да, так и есть. А знаете, на кого она напоминает? Вспомнил я. На персонажку из Gravity Falls. Наверное, кто-нибудь со мной... Вот здесь вот в игре нет, а вот именно вот тут, да, она очень похожа на... Как ее звать-то, я же забыл эту... Ну, паренек там за ней ухаживал-то, главный персонаж. Ууу, суперудар. Ну, это ты... Оу, тихонько, тихонько, не надо... Фига удар гитарой. Тихо, тихо, красавица. Пацанка, хиповая пацанка. Рокерша. Ну, иди сюда. Ну, что ты там стоишь-то? Шух, чух, опа, 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 ты понял? Меня поймали. Просто поймали. Ну, я тоже пробил маленько. Пробил маленечко, ребятули. Тихо, а чё? А почему? Ты чё делаешь-то? Ты... Я офигею с этого... Тимми. Он просто взял тупо и простоял, ты понимаешь? Да что ты будешь вставать в блок-то или нет, а? Подставляется. Отпрыгивает, главное. А в блок вставать не хочет. Ха, Тимми, ты бросай, иначе я тебя заменю нафиг. Кидрени фени. За такие подставы. Так, ну, главное, что мы с вами заработали сундук. Жик, 30 минут активации. Включаем, активируем, конечно же. Так, и продолжаем набивать слаймики. Точнее, набивать кубки. Ну, а за кубки уже будем набивать и слаймики. Так, смотрим, ребятули, что у нас здесь происходит. В общем, Котопсу мы, скорее всего, можем проиграть. Хотя, по датчику у нас равные с ним шансы. Но, что-то я как-то сомневаюсь. Ладно, поединок все покажет. Кто сильнее. Так, он начал с блока, это неплохо для него. Тихо ты! Ты будешь вставать в блок, я тебе говорю, а? Тимми, ты достал, ну серьезно. Так, тихо, он что-то делает. Блин, он делает этот... Я понял. Я понял, что он делает. По-моему, пора его, ребят, накумаривать. Опа, опа, он меня поймал на суперудар, ребят. Он меня поймал на суперудар. Слушай, как мы можем... Можем как-нибудь пробить? Мы можем пробить. Но не сейчас и не сегодня. Потому что, ребят, скорее всего, мы отдупримся. Суперудар. Тынц, тынц, тынц. Ну, бить-то будешь ты? Хорошо. Напоследочек, да, мы ему? Поднакатили. Давай так будем делать. Потихонечку, потихонечку, ребята. Не спеша. Пускай он стоит в блоке. Слушай, а может быть у нас получится, как в тот раз? Я сомневаюсь, конечно, что получится. Он ждет, ребят, суперудар. Чтобы я... Да почему? Ну ведь я же сделал удар, ребят. Ну вы сами видели. Он делал апперкот. Какого хрена он сделал свой суперудар? Он не мог его просто сделать. Он должен был отгребсти. Фиг его знает, что за дела. Он делает апперкот, а тот берет и вырывается. Нормуль, ладно, ребят. Вот этого робота мне надо победить, Гира. Я ему должен за все отомстить, помните, да? В прошлых сериях он меня наказывал, гаденыш этакий. Да хорош уже, успокойся. Кейо! Все. Хоть здесь мы с вами победили. Так, 101 слайм. И последняя победушка, надеюсь, у нас здесь будет. И мы откроем с вами этот сундучок. Так, Пиклз против Линкольна. Когда же добавят новых персонажей-то в игру? Кто мне ответит на этот вопрос, ребятули? Кто... Да что такое-то? А, как я его хорошо. Хорош. Пора ему, по-моему. Я понял. Не-не-не-не-не. Тоже не прокатит, парнишка. Так, давай-ка. Опа! Хорош. Ну, давай. Так, что он там? Что-то замутил. Так. Давай попробуем. Я его поймал, я его опередил. Ну что же, две победы из трех. Я считаю, что это хорошо.
Сейчас мы с вами должны получить слаймы. Так, тут 116, сундук еще, кстати, да-да-да, между прочим. Сейчас мы его откроем по-быренькому. Поздравляем, ты получаешь мир привидений. Это в плане. Какой мир-то? Вау. Вау, вот оно что. Так, забираем коллекцию вот эту вот. И смотрите, испытание клуб любителей страшилок. Юху! Я хотел, ребят, а тут... Слушай, неплохо, смотрите, испытание магия воздуха, шумный дом и судный день. Так что пора нам приступить к испытанию клуба любителей страшилок. Поехали. Ух, начать задание, конечно же, начать. Дэнни Призрак говорит: это испытание клуба любителей страшилок, так что соберись с духом. Да я уже давным-давно собрался. Ого, а мощей-то у него, да одури, 525. Хм, а здесь почему-то 490. Ну что ж, давайте, ребята, накажем, наверное, с помощью Донателло. Я думаю, получится у нас все-таки здесь разрулить ситуацию. Ну-ка, погнали. Хоп, хоп, хопа. Дэнни Призрак, да, значит? Дэнни, родной мой. Конечно. Ну-ка, вот так вот, вот так вот. Получил, как говорится, по заслугам, сынок. Опа, опа, опа. Ты видел, как я умудрился, ребята? А если я? Вот заморыш мелкий, а? Хорош, отдохни, парнишка. Чего-то не хочет, ребята, сдаваться-то. Ты посмотри, а? Оп, подловил меня. Ушлепок маленький. Хе-хе-хе-хе, кей-ой, все, делов-то на копейку. Ушлепали мы его. Ну что же, 81 слайм, замечательно. Мы с вами продолжаем историю, естественно. Ух ты, а тут еще... Тут еще разветвление будет. Ну давай сюда перейдем. Блин, а у нас энергии-то хватит. Слушай, смотри-ка, у нас здесь какой-то... Ланчбокс стоит. Как лучше пойти? По короткому пути или по длинному? Смотри-ка, а здесь ключ квадратный, да? Такой вот, а здесь круглый. А здесь вообще треугольный. Ну нам нужно три ключа собрать. Хм, давай-ка я сюда рвану. Что там, склад заданий? Так, слаймы. И у нас Линкольн. Хе-хе, Линкольн. Блин, а мы тут проиграем, ребята. А вот так вот, если возьмем. Давай, наверное, возьмем... Нет, Тернер что-то... Вот Пиклс надо брать, ребята. По крайней мере, шансы равны. Ух, ну-ка, Пиклс, не подведи меня, радость. Не подведи. Ага, попался. Гача, гача, гача. Иди отсюда. Со своим вантусом тут. Опа, как это он так сделал? Да ну, хорош. Парнишка, остынь. Линкольн, хорош уже, действительно, завязывай. На. Ай-яй-яй-яй-яй, укрылся. Ха-ха-ха. Минус, ой, минус, мимо, ёпарасоте. Да что ты делаешь-то? Да хорош, сейчас, ребят, проиграем, по-моему. Но я не должен проиграть. Не должен я проиграть. Да как ты мог? Как ты мог на девчонку руку поднять, а? Да ее просто надо было раскрыться-то не вовремя, а? Слушай, а вы уверены, что это бот? Такое ощущение, что за него кто-то играет. Так, можно я переиграю? Я, наверное, оставлю все-таки... Нет. А, у меня выбыл игрок. Выбыл игрок. Да. То есть у меня остается только два. Это Донателло и Тим Тернер. Но у него удар на один удар. Отлично. Прям в глаз я ему зафигачил. Слушай, ну шансов-то у меня все равно мало. Ха, пройти. Двумя персонажами, к тому же. Не стоит об этом забывать. Давай сюда. А теперь сюда. Так, ладно, мы с вами встречаемся с Котопсом. Котопес, Котопес. Ладно, пускай будет Донателло. Ну что, была не была, кто кого, как говорится. Поехали, тыч, тыч. Да хорош ты, ну как он. Как он меня подлавливает-то вечно, а? Я неплохо сейчас кританул, ребят, кстати. Очень неплохо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, конечно. А теперь моя очередь. Ну, я же жму, ребят. Фиг поймешь, нажимал сюда 5 раз, пока он сработал, этот суперудар. Ух, ну главное, что выиграли. Это самое главное. Так, 80 слаймов. Погоди-ка, а мы сюда не можем пройти, да? А, нет, погоди. Так, и у нас там Рокко будет встречать.
576 мощей у него. А если я возьму Тернера? Охо-хо-хо-хошечки! Слушай, ребят, хоть Тернера бери, хоть кого, почему-то Рока все равно сильнее. Блин, это плохо. Ну, давай посмотрим. На, на! Да ладно тебе, я ж пошутил. Вот так вот. А если я? О, отлично сработало было. Хорош, парнишка. Рока, успокойся. Что ты? Шугаешься-то здесь? Я сам боюсь. Такой, в панике. Да не бойся ты. Я ж пришел тебя просто погладить. Это же, я так понимаю, ребят, собачка какая-то, да? Или кенгуру? Нет, по-моему, это собачка. Ну что ты? Ребят, он что-то ждет. Вот чего он ждал. А если я? Шикарно. Очень хорошо. Погнали. Погнали, наши вороных. Опа, вот это было больно. Хорош, парнишка, успокойся. Да, ребята, мы вздрючили его просто-напросто. Подожди, но мы же не прошли как бы полностью, да? Там все равно было еще куда сходить. Эх, еще бы чуть-чуть, в следующий раз я тебя одолею, говорит нам Рокко. Не забывай собирать ключи, когда решишь снова меня навестить. Так, один ключик есть. Открой сундук. Откроем, конечно же, откроем. Где он у нас? Где мой сундучок? Вот он, ребятушки, вот он, родной сундук. Давай посмотрим. Так, опасный малый, вот это меня радует. Мне опасный малый очень понравился, парнишка такой неплохой. Так, Рокко и слаймик. Без гемов, да, к сожалению. Ну что же мы с вами сделаем? Давай вначале мы кого-нибудь прапаем. Я хочу прапать опасного малого по возможности. Давай. А, только один уровень, да? Мы могли ему поднять. Так, хотелось бы посмотреть, кто такой Спанч... Не, Спанч Боба мы видели. Вот, надо нам Патрика, наверное. Вот так вот. Дорого парнишка этот обходится нам по апгрейду. Очень дорого. Так, Дженни я не хочу прокачивать. Ну давай, хорошо, уговорил. Я вижу, как ты руку тянешь на задней парте. Типа, Рэй, прапай меня, прапай. Ладно, прапали. Так, ну что же, мы продолжаем события. Конечно же, продолжаем, ребят. Только вот я хотел бы... Вот видите, вот тут вот ключик мы с вами не добрали. Как, например, я могу его получить? Это мы идем, 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 идем. И вот сюда. И что нам за это будет? Соберите все ключи. Слушай, а мы же энергию с вами тратим, да? Да, а у нас всего лишь три. Три энергии, это значит, что мы не сможем, ну, ключ-то мы, наверное, заберем, но пройти навряд ли это испытание сможем. Так, иди отсюда, а. Дэнни, призрак, опс, что-то он сейчас вот, ребят, поагрессивнее себя ведет. Ну-ка, давай ему так сделаем. Смотри-ка, даже успел. А кто он вообще такой? Откуда ты взялся, Дэнни, призрак? С какого мультика ты взялся? Воу, как он попался, а? Под удар дубинки. Молодец. Ты почаще так попадайся. Мне понравилось, как мы его сейчас накумарили. Ладно, двигаемся дальше. Нам придется идти вот сюда. Арнольд. Давай-ка я возьму-ка нашего маленького Тернера. Он должен, как говорится, хорошенечко потрепать нервы этому Арнольду. Тихо, тихо, Арнольдушка. Да что ж ты творишь-то, а? Так, не хочет, ребята, он что-то... Оп-оп-оп. Ты понял, какая у него комба? Опа-на, вот это было нежданчиком. Да хорош ты уже, успокойся. Ребят, ну я же первый нажал. Ну как так может быть? Я нажал первый на удар, блин. Или когда там уже связка идет, это бесполезно что-то делать, да? Наверное, так. Ну что же, Донни, давай проучим этого бездельника. Да, нехорошо, конечно, получилось. Так слиться. Причем довольно быстро. Ну что он там ждет опять, чтобы сделать мне суперудар свой или что? Ну давай отойдем. Все, хорош. Да ладно! Воу-воу-воу-воу. Ух. Нам повезло здесь. А ему вот нет. Ему не повезло в этот раз. Победитель Донни. Так, хорошо.
Главное мне получить ключик. Энергии не хватит, да? Ой, ребят, по-моему, нам не хватит энергии. Ой, придется нам ждать. Ну, я понял, что сюда, ну, энергии-то нету. За 5 гемов вы можете взять 5 энергии. Ладно, возьмем 5 энергии. Ну что, Линкольн у нас. Против Линкольна будет у нас Пиклз. Надеюсь, мы его в этот раз победим, потому что в тот раз как-то не особо хорошо у нас получилось. А? Как мы его? Слушай, довольно неплохо идет. Блин, ты достал со своим Вантусом уже. Ты смотри, что он творит. А стоит мне, наверное, сделать супер удар, ребят. Промахнулся. Получил свое. Да хорош ты уже. По-моему, ребят, мы сольемся здесь. Ну? Ты посмотри, как он умудрился выжить. Пинком просто по хребти... Ой, по хребтине, по головине ему. И он отлетел. Да, но здоровье, конечно, у нас тут хоть отбавляй. У нас фаворит только лишь Донателло получается. Да, только он. Уху-ху-ху-ху. А тут еще два боя. Елки ты палки. Котопес. Котопес. Ну давай. Донателло возьмем. Ребят, по-моему, мы тут сольемся. Чует моя селезенка. Тихо ты. Хорошо, мы сейчас тут его прочекрыжили малька. Ну, он опять сидит, ждет, да? Свой суперудар. Отойдем. Все, готовимся. Сейчас будет, ребят, суперудар. Оу. Ну-ка, лови, гад. Подловили мы его. Что-то там зашуршал, заскрипел. Но, тем не менее, мы выиграли. Фух, нелегкая эта работа, да? Так, у нас опять одна энергия. И все, да, на этом? Все, и гемов у меня, к сожалению, нет. Через 2 минуты только будет. Это я перейду сюда, мне нужно 2, чтобы еще сюда. Ладно, хорошо, может быть, успеем поднакопить пока. Так, давай-ка мы посмотрим, что у нас тут с бойцами творится. Рока, Шпока, у нас кто-нибудь новенький добавился? Нет, пока никого новенького нету. Ну, давайте, ребят, наверное, мы с вами подеремся маленечко, да? В быстром поединке. Хотя зачем нам быстрый поединок? Нам нужно вот что открывать. Донни. Так, Дженни. Пиклз и энергетический кристалл. Плюс слайм. Ладушки. Так, тут 13 минут еще ждать. Ух-ху-ху-ху. А слушай, а что мы с вами тут получим вообще? Если мы наберем 320 кубков, нам будет доступен Арнольд. Ага, заманчиво. Блин, а тут нужна энергия, к сожалению, ребят. Тут нужна энергия. Давай тогда вот этот быстренько с вами бой зачекрыжим. Так, против Гира, да? 510, вообще. Слушай, а можно мне... Дай поменять мне кого-нибудь другого. Нет, нельзя. К сожалению, поменять. 520, он меня сейчас ушатает. Ушатает. Посмотри на его мощь. Ты посмотри на его жесткие удары. И как я его тут разбираю? Да хорош ты уже. Не, ребят, ну я его так до посинения буду лупить. Ну, отходи. Да-да-да-да-да. Вот говнючок мелкий, а? Знал ведь? Он ведь знал, что так будет. Да хорош ты будешь. Он даже не встает, ребята, в блок. Хоть я нажимаю, он не встает. Этот робот у меня самый ненавистный для меня. Чувак. Я его буду разбирать рано или поздно. Так, подожди, мне сюда не надо. Так, сундучка я не получил, к сожалению, да? Опасный мало. 507. Да хорош, вы все мне за 500-ки даете. Почему? Так нечестно. Я же еще маленький. Ну, опасный мало, это чувак прикольный. Опять мы нифига, ребята, не отнимаем здоровье. Ну, посмотри. А он, если влупит, мало не покажется нам? Как он меня перебил, не понял. Что это сейчас было? Что это сейчас было, я спрашиваю. Вот так вот.
Так, ребята, у него суперудар накопился. Тут все-таки есть крит. И вы прекрасно видите, что он срабатывает периодически. На, получи. Машет он мне еще тут лапками своими. На. Воу-воу-воу-воу, я попался, ребят. Я попался под суперудар. Пора проучивать молокососа. Вот так вот. Тимми все-таки выиграл, несмотря на то, что он был по мощам слабее. То есть это нам плюсик идет. Лучший результат. Так, ну что, давай еще. У нас две ячейки есть, поэтому... Так, одна энергия накопилась. Одна энергия у нас накопилась. Ну-ка, дай сюда зайду и гляну, куда мы с вами переместимся. Да, через 5 минут только лишь накопится на нас следующая энергия. И опять же не факт, что мы сможем с вами Рокко победить. А побеждать мы будем только лишь Донателло. Потому что Пиклз может сразу отдуплиться, если получит по голове или куда-нибудь еще. Так, ну что, бойцы. Бойцы — это хорошо. Бойцы — это просто великолепно. Так, подожди, нам нужно быстрый поединок. Давай. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой, Ворчун Марс. Ну что же, Сэнди, да? Сэнди, по-моему, величать. Да. Я готов. Ну, давай. Моя очередь. Оу, моя очередь не дошла. Что? Черт подери, я же видел, как он делал. Ну. Тут главное, ребят, когда вот он начинает вот эту фигню делать, суперудар, то, в принципе, можно сразу определить. Да как ты... Подловил, что ли? Я не понял. Подловил, ребята, он меня. Да что ты будешь делать-то, а? Сплавились, по-моему, скорее всего, ребята, мы с вами. Офигеть! А, ну да, можно же. Если у меня мало здоровья, я вам просто... Просто пробил блок мне, и все. Там здоровье-то было на один плевочек. И опять я не получаю, да? И опять мне минус сундук. Ёлки ты моталки. Могу я Донателло поставить первым, а? Давай вот сюда его поставим. Поединок. Вот, вот, вот с Донателло. Кого там подсовывает мне? Слушай, ну все равно должны выиграть Пиклз и Донателло. Я постараюсь выиграть здесь. Отлично. Погнали. Да хорош ты. На, радость моя, получи, еще получи. Так, суперудар у нас накопился, ребят. Кейо. Кстати, вот когда бьешь, и когда оппонент твой беззащитен, да, в этот момент нажимаешь на суперудар и, грубо говоря, пробиваешь, просто-напросто пробиваешь его. И ничего уже не поможет. Так, погнали еще. Погнали, конечно же. Кто у нас? Джиу-джитсу. Прикольный малый, да? Клайд. Человек-резина, ё-моё. Ну хорош, Клайд. Что ты тут? Что ты елозишь-то? Как червяк на сковородке. Хорош, я тебе говорю. Нет, стоит такой, да? Напряженный парень. Хуч-хуч-хуча. Не понял. А как ты это? А, ты свой сфейлил суперудар. Ой, парень, ну извиняй тогда. Погнали. Не добили, к сожалению, ребят. Ух ты, смотри-ка, сморчок. Выеживается еще мне здесь. Он действительно, по-моему, человек-резина. Гнется, эластичный такой. Ну что, давайте попробуем с вами третью победу, в конце концов. Мне нужен этот сундук. А я его не получу. Точнее, я его могу получить, но куда я его поставлю? Никуда. Энергия накопилась? Энергии тоже нету. Сколько там осталось ждать-то нам? Дай-ка я гляну. Что, где? А, еще почти 2 минутки, ребята, придется подождать. Жалко, что у нас во время вот этого отдыха не копится энергия. Склад заданий. То есть, если я получу еще ключик, мы с вами вскроем вот этот вот гигантский сундук. И получим еще 220 слаймов. А вот что вот у нас вот в этих коробочках, я так, честно говоря, и не понял. Да-да-да, придется подождать еще 2 минутки. Ну, фиг с ним, 2 минутки — это, как говорится, не 10 минут. Давай, может быть, кого-нибудь апнем. Давай вот так вот сделаем. Новый уровень, хопа.
И Линкольна тоже давай прапаем. Восьмой уровень у него, да? Не хочу, ребят, ну ладно, чтобы не мозолило глаза. Дженни. Так, недостаточно слайма, я понял. Недостаточно слайма. Слушай, а в магазине нам что-нибудь бесплатно полагается, а? Нам бесплатно полагается только люлей получить бесплатно. Вот что я вам скажу. Все, я думаю, 2 минутки нет, не прошло, ребят. Так бы появилась бы здесь энергия. Но ее пока нету, так что ждем. Арнольд. Так, потом у нас идет 20 энергии. 5 кристаллов, первоклассный сундук. 30 гемов. Вот у нас тут как его, ААК. Потом 4-я арена открывается. Ну, нормуль, я считаю, нормуль. Так, ну сколько там энергии-то, елки-палки, ждать-то уже. Может, пора уже, в конце-то концов? Че зря томить-то меня, а? Подожди, 6 минут? Вроде бы было бы до этого 6 минут. Или сколько, да? И опять 6 минут. Да там даже 1,5 минуты было. А, вот, все, ребят, энергия накопилась. Давайте попробуем накатить этому Рокко. Ой, у нас еще и Донателло, это слабачок. Ладно, попробуем по максималке. Насколько Анжелика успеет сделать. Я не уверен, что она, конечно, тут что-то успеет у нас сделать. Оу, подловил меня этот охламонище, ребята. Да, даже удара не смог я нанести. Вот это да, вот это лопухнулся. Ну, Донни, не знаю, это нужно быть каким-то суперфартовым, чтобы нам с тобой его одолеть. Может быть, так как-нибудь попробуем его просто прижучить возле стеночки. Как вы думаете, получится? Да куда ты прыгаешь-то, дуралей? Ой, да, и по ходу дела нам придется заново это испытание, или же нет? Сейчас посмотрим. Все твои бойцы ранены, оживить. Выбрано лечение. Выбрал, а, можно за слайм. Кого ты, елки-палки, подлечил мне, блин? Тернера. Ой, давай попробуем. Погнали. Поехали. Погнали. Ух. А, хорошо, мы его подловили, ребятули. У нас здоровья мало. Очень мало здоровья. Собака. Че он сделал, а? Слушай, у нас больше нет слайма, и мы, соответственно, не сможем оживить, да? Мне что, только бежать остается? Мне остается, ребята, только бежать. Или же я все-таки смогу? Давай попробуем заработать где-нибудь слайма. Это можно вообще где-нибудь сделать? Это можно где-нибудь вообще... Я думаю, что можно сделать, наверное, в поединках, в обычных, в быстрых поединках, вот в этих вот. 3 минуты, сколько ж долго ждать. Да-да-да, я знаю, что ничего мне не светит. Губка Боб. Не знаю, ребят, мне почему-то вот Донателло как-то нравится играть. Не знаю, почему, как-то приятнее, удобнее, что ли, я не знаю. Может, из-за того, что у него посох вот этот вот длинный и достает довольно далеко. Хорош. Оп, оп, опа. Оп, ну. Смотри, что делать, смотри. Эть, пробил. А если я? Ну, ты зря, парень. Ха-ха-ха. Подловил я его все-таки, а. Ах, ламона я этого подловил, ребят. Отойдем подальше от этого Спанч Боба. Он какой-то неадекват, не в духе, я смотрю. Да как ты пробиваешь меня? Как у тебя длинная такая вертушка-то, а? Гаденыш ты такие. Накумарил я его все-таки. Дайте слайма мне, пожалуйста, дайте мне. А мне ничего не дадут. Ха-ха, вообще ничего. И слайм я фиг знает, когда заработаю. Заработаю, может быть, вот из этих сундучков. Ух. Ну что, ребятушки, давайте, наверное, на этом с вами будем закругляться, потому что... Ждать нам придется еще долго. Потом мы с вами подхилимся. Там тыры-пыры тролливали. И пройдем все-таки тот этап. Получим сундук, и все будет у нас хорошо. Ну а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.
Увидимся.